Извините. А откуда можно позвонить? Положите обратно трубку на место и оботрите ее. Ты посуду тоже так всегда вытираешь? А чем же еще? Мне приказали здесь в гостиной директора ждать, Римму Петровну. Епифанова я, Ася. Кому звонить собиралась? Почему вы спрашиваете? А я директор этого дома, Римма Петровна Крутилина. Ой, простите. Ничего, все нормально. Пойдем со мной, тебя приодеть надо. Ну, настроение, я вижу, у тебя отличное. Еще бы. На какую работу попала? А как ты на нее попала? Нет, я без Влада, я по внешности. Угу. Я мисс Буфет. Кто? Конкурс красоты среди буфетных работников. Мисс Буфет, мисс Шкаф, мисс Газовая плита. Ага. Замужем? Нет. С кем спишь? Мое дело. Я нет, теперь уже наше. Ты вообще как? Слаба на постель? Я разборчивая. А? И запомни, у нас любовные чики-мики с особо важной персоной строжайше. Поняла. Ты не могла понять. Ух ты. С особо важной персоной нужно стоять насмерть. Буду. Ты опять не поняла. Стоять насмерть значит врать до победного конца. Буду врать до посинения. Только про что? Если тебя с ним застукали. Зачем он мне застукал? Вот если тебя с ним застукали на самом процессе в горизонтали, ты все равно ничего этого не было. Все это вам померещилось, вы сочиняете. Что ты тут застряла? Ну, докладывай, Всеволод Иванович. Кого к нам кадры прислали? Гадюку Скалопендру или девку-дурочку? Ничего особенного. Работала в обычном кафе, чаевых не брала. Угу. А на что же она тогда жила? На зарплату официантки? Или по ночам баксы получала? Точно проверено, нет. Жила бедно. Вы? Я, правда, издалека ее осматривала. В легких чисто, печень в норме. Значит, не пьет? Как это вы так на расстоянии делаете? Каждый раз поражаюсь. Тамар, расслабься. Зубы свои. Второй верхний левый резец. Нерв удален. Пломба. Из отечественного материала. Да. Загадка. Ты, Тамар? Я все вещи, все кармашки, все, что могла. Ни травки, ни курева, ни шприца, ни презервативов. Честная. Значит, воровать будет по-крупному. Ну что ж, проверим. Да. 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 Понятно. Да. О, Господи. Поздравляю вас, коллеги. В 13 часов 04 минуты к нам прибудет на кратковременный отдых особо важная персона. Всем сотрудникам, не входящим в список номер 11, находиться в зоне главного корпуса строго воспрещается.
Скажи-ка, дядя, ведь не даром? Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Да, были схватки болевые. Боевые? Угу. И черт, ты помнишь, вьюга злилась? Вечер, ты помнишь, вьюга злилась. На мутном небе мгла носилась. Точно. Чуть-чуть погромче. Приездом. С приездом, Георгий Никитич. С погодой повезло. Да, это вы очень метко заметили, Георгий Никитич. Ну, иди. Здесь, Георгий Никитич, гостиная, уют души. Там гостиная, уют сердца. Наверху сауна, массажистки, зал для... Вы свободны. Какие будут распоряжения? Воду со льдом. Воду со льдом. Георгий Никитич. Воду добавить? Лимон, грейпфрут? Нет, не добавить. Устал я от вас. Приездом, Георгий Никитич. Здравствуй. Вам в бокал один кусочек или два? Сейчас соображу один. Как тебя зовут? Ася. Ася. Красивое имя. Роман такой есть. У Тургенева. Да, я читал. Давно работаешь здесь? Первый день. Первый день. Значит, еще не заплыла. Я в другой санаторий поехал. Для наших простых, открытых людей. Но мне по рангу не положено. А в этих местах слова-то сказать не с кем. Я с тобой буду общаться. Как прикажете, Георгий Никитич. Садись. Я ведь людей совсем не вижу. Вокруг меня одни только лица, поняла? Ну, ответственные лица, более ответственные, менее ответственные. Вот, и все в галстуках, с утра пораньше в галстуках. Теперь поняла? Простите, но я официантка. Ну, ты догадался, сразу догадался, что ты официантка. Ну, что? Официантка Ася, как ты думаешь? А? Ну, как ты думаешь, как я живу? Я думаю, вы живете очень хорошо. Вот, все нас так думают. А я ведь живу весьма ограниченно. Жизнь где-то там. Там. Ну, выезжай за рубеж не часто, в год раза два, три, максимум четыре. Ты в Париже-то была? Ну, зря. Париж заслуживает. Ну, для меня Париж тоже за окнами. А я на заседаниях чего-то словаки-то говорю. А на улицах парижанки с ума сойти. Кстати, с тебя приодеть, ты тоже за парижанку сойдешь. Хорошенькая. Спасибо. Можно я пойду? Нет. Пойдем в холл. Ой. My body's yawning, let's go for a ride.
Ну почему там тишина? Сидеть. Кто вам позволил сюда войти? А, тишина такая. Я отвечаю за ваше здоровье, я подумала... Откуда вы знаете, что тишина и что она такая? Не помню. Забавно. Доктор, вы потеряли память? А зрение вы не потеряли? Нет. Отчетливо вас вижу, Георгий Никитич. И это событие в моей жизни. Тогда ответьте мне на вопрос, с кем я сейчас здесь? А с кем вы, Георгий Никитич? С кем я сейчас здесь? Вы совершенно один. Я бы вас уволил. Но человека с таким проницательным взглядом надо беречь. Оставьте нас. Сильный я. Даже удивительно. Да, я удивительный. А ты с ума сойти. Римма Петровна! Римма Петровна! Римма Петровна, он пылает. Только прибыл, уже пылает? Это хорошо. А она? Она на столе. Где? Сидит на столе. Со значением. Римма Петровна. Ты что, повар? Да. А чё не толстый? Конструкция такая. Не в коня корм. Ну, имеешь желание, так сказать, принять рюмочку другую. Ну, какие вариации будут? Ах, кристалл, ах, кристалл, ах, кристалл, ах, кристалл! Маня, маня, налей, не шведский абсолют. О, мио граппа, водка итальяна. Ты казала мне сердцем, будь мой пить горелку с перцем. Я пришел, то винима, пидманула, пидвела. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Ча-ча. А че так мало сортов? Повар, почему не доложил, что у нас такой скудный водочный запас? Если утром встаешь, ты с больной головой, ничего лучше нет и не может быть лучше. Ты стаканом одним прекращаешь запой, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Но вне конкуренции. Сладководочка, ах, Смирновочка, самого Петра Светарсентьевича. Ну ладно, давай так. Значит, как всегда, Смирновскую, квашеную капустку, грибочки. Семечек. Чего? Семечек. Ну ладно, давай, не переживай только. И амаретто. 7 минут. 7 минут. 7 минут. Так. Значит, найдите в библиотеке Асю Тургенева. А почему только одна рюмка? Может быть, Георгий Никитич захочет еще кого-нибудь пригласить? Попробуй амаретто. Ой, ну что вы, мне нельзя. Ася, тебе нельзя возражать мне. Этот ликер придумал молодой влюбленный итальянец в начале 16 века. В таком очаровательном городе Соронто. Соронто. Вы там были? Нет. Ну, в Италии все города очаровательны. Так вот, он придумал этот ликер. Красавица попробовала и тут же отдала ему свое сердце. Ты мне нравишься. Ты не такая испорченная, как все здесь. Ой, да ну как можно? Давай, давай. А-а-а. Ну что это, громче? А-а-а. Еще громче, давай. Ну, никто не слышит. Это они думают, что я тебя насилую. А-а-а. И поэтому сознательно не идут на помощь. Давай еще раз.
хорошо кричишь. Начальник охраны ко мне, срочно! Тюбиков Всеволод Иванович прибыл. Ты отвечаешь за мою охрану? Так точно, Георгий Никитич. Ну? Ты крики слышал? Слышал, Георгий Никитич. Почему не среагировал? Но кричали же не вы, а Ася. Может, я убил? Может быть, раз били, значит, так вам хотелось. Тюбиков, ты что, у нас болван, что ли? Никак нет. А если на меня покушение было? Шутите. У нас муха без допуска не пролетит. Разрешите идти? А знаете, Всеволод Иванович, у нас по уюту сердца пробежала крыса. А крысы у нас отродясь не водились. Две! Две крысы! Почему она так искренне кричала? Дал маху. Мобилизуем людей. Идите. Да. Как дела, Штирлиц? Этот негодяй придумал двух крыс. Что будем делать? Ищи выход. Семечки одобряешь? Еще бы. Жареные. Тогда полузгаем. Ага. Садись поближе. Можно сказать, вплотную. А куда будем шелуху сплевывать? А вон в ту вазу. Да, если учесть, что ей лет 200. Слушай, смешной анекдот вспомнил. Старый, но смешной. Представь, деревня, идиллия. Подружки сидят. Машка вышла замуж. И подружка спрашивает: Машка, ну как замужем? Лучше, Машка? Идиллия, деревня. Лузгает семечки. Лучше. Машка, ну а чем лучше? Чаще. Да. Ладно, пойдем отсюда. Георгий Никитич, ваше задание выполнено. Они пойманы и расстреляны. Кто? Крысы. Ну, ты видела? Сплошное угодничество. Чего не скажу, все выполняют. Лакеи. Аж противно. Ну, какие у тебя проблемы? Никаких. Слушай, тебе надо приодеть, гардероб продумать. Ну, что у тебя с квартирой? С квартирой хорошо, живу с родителями. Но комната у меня своя. Угу. Кроме нас еще соседка, но она безобидная. Ну, эту проблему решим. Слушай, тебя кто сюда устроил? Ну, я правда сама, по конкурсу. Ладно, пойду попарюсь. Чайку мне принеси. С мятой? Угу. Хорошо. И книжку. Похоже, она и вправду незасланная. Можно войти? Да-да. Вы просили книжку Тургенева. Я принесла. А хорошо, наливай. Садись, вместе попьем. Какое состояние души и тела? А, еще бы на недельку так. Все бросить.
все государственные дела. Но нельзя. Спасибо. Пожалуйста. Я вот завидую свободным художникам. Знаешь, когда у меня свободное время, я стихи пишу. Люблю стихи. И это снилось мне, и это снится мне, и это мне еще когда-нибудь приснится, и повторится все, и все довоплотится, и вам приснится то, что видел я во сне. Это вы сами написали? Сами? Нет, это один замечательный поэт. А я петь люблю. Ну, спой. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, ла-ла-ла-ла-ла-ла, до самого тына. Ну что, приступим? Посмотрите, как хорошо, сказал я. Да, хорошо, тихо отвечала она. Если бы мы с вами были птицы, как бы мы полетели? Но мы не птицы. А крылья у нас могут вырасти, возразил я. Как так? Есть чувства, которые поднимают нас от земли. У вас будут крылья. Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. Умеете ли вы вальсировать? Вдруг спросила она. Умею, отвечал я, несколько озадаченный. Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем и что у нас выросли крылья. Она побежала к дому, я побежал вслед за ней. И несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате под сладкие звуки. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое и женское. Как при помощи этой книжки он к ней подъезжает? С ума сойти и не вернуться. Тамара, расслабься. Через Тургенев вывел знаменитую повесть Аси, это у него интеллигентный подход. Вот бы нам не только слышать, но и увидеть. Техника многое может. Но это уже порнография. Глаза ее весело щурились. Вы находите мое поведение неприличным? Казалось, говорило ее лицо. Все равно, я знаю, вы мной любуетесь. Она вдруг, как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже все побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение. Прочтите еще раз, Томи. Ой, да чего же он морочит ей голову? И остальные места. Он ее вот-вот положит. Тамара, расслабься. Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Что я чувствовал, был не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний. Нет, во мне зажглась жажда счастья. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо. Самое изменчивое лицо, которое я только видел. Тихо. Слушайте все внимательно. Прижимайте меня, Георгий Никитич, я задохнусь. Асенька, Ася. Я все равно буду стоять на смерти. Моя школа. Скинемся, скажем, по стульничку, что он ее, скажем, культурно.
что он получит от ворот поворот. Я уставлю, что петух проиграет. А Георгий Никитич такой значительный, такой на это дело нацеленный. И такой по этому профилю мастак. Ставлю, что она ему отпустит. Ну ты выбирай выражение, Тамара. Ты же в приличном обществе, зараза. Я ставлю, как вы, Дима Петровна. И я завсегда, как вы. У нас в банке 500 зеленых. Ася. Асенька. Все. Можно считать, что она уже в койке. Я выиграла. Не хапай валюту. Ты же ставила на то, что у Георгия Никитича ничего не получится. Как же это? Вот все слышали? Вот именно все. И все подтвердят, что только одна я ставила на то, что Георгий Никитич в этой любовной схватке запросто победит. Я уважаемый человек и врать не обучен. Единственное, кто выиграл и угадал. Римма Петровна. Стыдно, Тамара, своих парить. Это все равно, что у самого себя продукты красть. Да, Тамара, у тебя от злости адреналин в кровь выбрасывается. Я просто вижу, как он шипень выбрасывается. Простите, Римочка Петровна, это я в азарте все перепутала. Конечно, вы одна. Ну вот, $100 мои, 400 заработала. Ни за что, ни про что. Ну что, будем дальше веселье гонять или пойдем баиньки? Ну что вы, Римма Петровна, сейчас самое интересное начнется. Ну, мне вообще все это без интереса, но только ради вас. Продолжаем слушание. Ну, Ася. Ну, я же тебя предупреждала насчет особо важных персон. А ты сразу в постель Георгия Никитича нырнула. Бдительность потеряла Епифанова. У нее сильно развит сексуальный инстинкт. Идите вы все. Знаете куда? Знаем куда, только мы туда не пойдем. Ты хоть приоденься, ты совсем голая, можно сказать. Георгий Никитич, я совершенно не понимаю того хамства, которое здесь происходит. Была я у вас в постели. Ну что же, Георгий, большая тебе благодарность от меня лично и вот от всего коллектива. Насмешил ты нас, артист, ну, настоящий артист. И про Асю кое-какие сведения узнали. Настоящий артист, но не настоящий. Епифанова, что ты из себя статуи сделала? Никакая это не важная персона, а всех делов наш культ-работник. И фотограф по совместительству. Артист. Не ты первая, Ася. И последняя тоже не ты. Неужели вы подумали, что в самом деле разыграли меня? Да я еще с самого начала знала, что Георгий Никитич просто жора. Не верите? Просто жора. Господин Тюбиков, залезьте в карман Жориного пиджака. Там, между прочим, пепел имеется. А по пеплу можно восстановить записку, которую мне Жора загоди написал. Ну? Ты что, Жорик? Всех нас заложил. Я по правде. По правде надо отвечать только на допросе. И при беседе с врачом. Ну, Жорик, с тобой-то я разберусь. А чего ему бояться? А если кто-нибудь узнает, что вы какого-то культработника за особо важную персону выдаете?
а потом всех этих важных персон передразниваете. Что тогда? О, угрожаешь, Ася. Знаешь, полжизни прожито. Есть друзья, знакомые. Разберемся. Депрогресс строит тысячи людей, а разрушить его может один человек. Думаете, почему я Жора легла? Да потому что он мне понравился. Жорик, а за что это она тебе по морде влепила? А может, она врет, что ее предупредил? А? Тамар, ну-ка за ней. Ну чего ты убиваешься? Ты скажи, над кем у нас не измываются? Думаешь, когда я 5 лет назад проходила экзамен на жизненную стойкость, не ревела? Я останусь ей здесь. Ни за что. Зря. Знаешь, сколько зарабатываем? Посвятить? Расслабься, Тамара. Ася. Ася. Открой, Ася. Ася, я же тебя не предал. Я же написал записки. Будь осторожен, нас подслушивают. Совершил подвиг. Ну, не могу я с ними ссориться. Ну, уйду. Куда я уйду? Намотался в жизни. Вот подфартило, попал сюда. Квартира здесь. Жена Тамара, ты ее знаешь. Я ее никогда не изменяю. Вот с тобой особый случай. Тамара? Тамара, которая меня утешала. Ася, Асенька, не уезжай. Мы с тобой такую ночь провели. Ну, прости. Вещи предъяви Епифанова. Икра? Сволочь. Протокол хищения составлять будем? Или еще что? А? А делать, я думаю, будем вот что. Икру мы оставим Асе, поскольку она ее обожает. Я ее вообще не ем. Ну, естественно, не ешь, поскольку у тебя ее отродясь не было. Ася, тебя, ну и тебя, Жора, в виде исключения, как кавалера, приглашаю сегодня на торжественный ужин. Отказываюсь. Значит, Жора, отведешь ее, сам знаешь куда, чтоб одели, причесали. Ужин ровно в 8. Ясно. Ясно? Ненавижу. Ася, не ссорься с ней. Она тебе жизнь сломает. А разве это жизнь тарелки супом таскать? Ася. О! Пошел! И пробка в потолок. И на кометы брызнул ток. Всего Онегин читал на эстраде. Так, ну, повар, чем почивать будешь? После легкой закуски фрута де маре, так. Что по-итальянски значит дары моря, затем эстуржон а ля рюс, осетрина по-русски. На что сегодня рыбный день? На главное что? Английская, любимой королевой, седло барашка. Ну, давай. Так, Ася, с этого момента я тебя люблю, и Жора тоже, но по-другому. Значит, приняли меня в свою лакейскую компанию. А у нас все окей. Только некоторые это тщательно скрывают, а другие просто об этом не догадываются. Римма Петровна, получен важный
Очень важный государственный факс. Тамара, на завтра давай железную дорогу. Mm-hmm. Я отлучусь. Это кольцо? Mm-hmm. Как тебе нравится? Mm-hmm. Запонки. Запонки с убитым любовником. Бихюди год с фёрцы шонгевезен. Бихюди год с хатних солен сай. Энди гуд, алес гуд. Умеете ли вы вальсировать? На отдых особо важный гость. Всем сотрудникам, не входящим в список номер 11, находиться на территории главного корпуса строго воспрещается. Каждый из сотрудников может быть вызван в любое время по спецсвязи. Все выходные дни отменяются. А он кто? Тоже культработник, слесарь или водопроводчик? Он Игорь Игоревич. Ну а теперь... Шерочка с Маширочкой. Знаю, что у тебя на уме. Только сказать боишься. Я вас не боюсь. Пусть перед вами они присмыкаются. Ну, у них в натуре присмыкаться. Выходит, вы здесь царица. До чего же вам самой, наверное, это приятно? Но ведь и тебе на моем месте было бы приятно. Ну, Марина Петровна, вы мне ценную мысль подкинули. Вы что-то мне плохо... Доктора! Жора, отнеси ее в ее комнату. Что, Ася? Ася? О, Господи. О. Доктор, что с ней такое? От этого не умирают, от этого тошнит. Жор, Жор, послушай меня. Жор, Жор, послушай меня. Давай, давай уедем отсюда. Давай. Ну куда? Куда уедет? Куда уедет? На что жить-то будем? Ни квартиры, Николай, иди. Тамара, расслабься. Римочка Петровна, запретите ему, запретите. Иначе эту проклятую Аську я не за... Еще хочешь? Нет. Мне скоро понадобишься. Слышишь? Ты что придумала? Иди. Я спать хочу. Ты же знаешь, я не спала сегодня. Иди. Спокойной ночи. Новенькая. Ну и как тебя зовут? Ее зовут Ася. Хорошее имя. Редко, правда, нынче встречается. Да. Книга есть такая? У Тургенева. А я читал. А теперь, Игорь Игоревич, мой вам сюрприз. Ну,
Спасибо тебе, Рима. Спасибо, что помнишь мои причуды. Угодила. Крепкий бульон. Да что с тобой, я не понимаю. Сплошной холестерин. Крепость государства зависит не от этого, как его. Холестерин. Не от холеристина. А от желудка и прямой кишки. Этот кофе без кофеина проверено. Немецкой фирмы Хак. Фирма зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Оставьте меня, пожалуйста. Игорь Игоревич, но я должна знать, какие у нас с вами дела. А какие у нас могут быть с вами дела? Дела у меня с ней. Мне тоже уйти? Тебе нет. Ты откуда взялась такая? Я с конкурса красоты. Да-да, что-то в тебе такое есть. Садись. А я знаю, Игорь Игоревич, почему вы любите в паровозики играть? Потому что вся ваша жизнь сплошной кошмар. Вокруг чиновники, охранники. Все везде официально. Все в галстуках. Дразнишься. Мне нравятся такие. Хочешь поиграть? Угу. Ну-ка, давай. О! Выпустите меня, пожалуйста. А? Выпустите. А ты штучка. Я женщина. Можно мне уйти? А в паровозике я играю. Знаешь почему? Почему? Потому что мой отец когда-то работал начальником очень маленькой станции. А звали ее Налейка. Налейка? Угу. И славна она была, знаешь чем? Нет. Солеными груздями. Не грузди, мечта. А-а-а. Кстати, мы с тобой должны эту мечту попробовать. Вы меня приглашаете? Да. Mm-hmm. Только не знаю, когда. Весь день расписан, каждый час. Mm-hmm. Вот, может быть, сегодня? 21:00, а? Я открою вам секрет, Игорь Игоревич. Какой же? Груздей я не ем. Я пойду. Ну, иди. Штучка. Так. Ну ты даешь. Извините, увлеклась. Рим, я отдыхать сюда приехал. Я устал, как не знаю кто. А ты мне нервы дергаешь, бильярдом вот. Девушку распустила. Она здесь кто? Обслуга, персонал. Строит из себя, не знаю. А я, знаешь, уговаривать, возиться. Грузди не те подали. Как не те? Да по внешнему виду видно, не те грузди. Меня Римма Петровна вызывала. Здравствуйте. Садитесь. Я доложу.
Ждите, вас пригласят. Проходите. Добрый день, Римма Петровна. А я тебя садиться не приглашала. Простите, Римма Петровна. Вот теперь здравствуй и садись. Спасибо. Ну что, Епифанова, я вижу, теперь тебе у нас уже нравится. Спасибо, да. Икру мы тебе простили. Спасибо. Ну ты, дурочка, ты себя деревенскую не строй. Ты мне обрисуй обстановку. Влюбилась я. Вот, Игорь Игоревич, чай вам принесла горяченького. Еще кое-что покрепче, чтобы вы не простудились. Ну как, клюет? Нет. Можно я рядышком посижу? Сиди. Может, все-таки горяченького? А долго вот так нужно сидеть и ждать рыбу? Долго. А я бы вот так не смогла. И ради чего? Вы только моргните, они вам... Ты можешь помолчать? Нет. Тогда вот что. Возьми бутылку и отнеси в кусты, а то там человек окоченеет. Хорошо. Срочно выпейте, Всеволод Иванович. А то простудитесь. Игорь Игоревичу, моя благодарность. Я сама додумалась. Скромнее. Вам еще не надоело, Игорь Игоревич? Между прочим, у нас в 21:00 свидание. Обождет свидание. Смотрите, клюет! Где? Вон клюет! Вон где? Место не вижу. Запуталось в кустах! Не вижу! Вот-вот! Охрана! Охрана! Ой, мамочка. Давай, давай, мама. Мне приятно, что вы меня спасли. Хотя я сейчас умру от воспаления легких. Машину, срочно! Замерзла? Как же ты в речку-то угодила, а? Специально. Ты слышал, Саш, а? Специально. А то иначе как бы я вас с проклятой рыбалки вытащила? О, вот хитрюга. Давай, жми скорее, Саш. Да-да. Дайте мне ваш халатик. Сейчас даю. Помните халатик. Помните халатик. Это сюда. Боже мой. Ася. Ну ты прямо с царского бала. Асенька, прошу. Ася. Осторожно, помните платье. Оно чужое. Мне его выдали на время. Да, действительно. А вдруг мы случайно попортим чужое платье? А может быть его снять?
Ой, Игорь Игоревич, шутка не вашего уровня. Что? Шутка не вашего уровня. Ася, а твой папа, случайно, не академик? Нет, водопроводчик. То-то я чувствую. Интеллигент. Да. Здесь ведь когда-то стоял инструмент. Вы играете? Ну, так. Занимался в детстве. Кое-что осталось. Хорош. Игорь Юрьевич, вот инструмент, пожалуйста. Пианино неожиданно в кустах оказалось. Свободно, ребята. Ну что ж, попробуем. Давненько не брал я шашек в руки. Дальше. Дальше. Вот, смотри, что они мне тут подложили. Тургенев, повесть Ася. Заботливые черти. Будете мне слух читать? Ты плохо обо мне думаешь. Пам-парари, пам-парари, там-парам-пам. Пам. Парари, рам, парари, рарарам, пам, пам, парари, ру, ру, пам, парари, ру, ру, пам, парари, ру, ру, пам, пам, парари, ра, парари, ру, 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 пам, пам, пара, пара, парири, парару, пам, пам, парари, ру, ру, пам, парури, ру, ру, пам, парури, ру, 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 ру. Ой, Игорь Игоревич, вы можете свести с ума. Да, я только этим и занимаюсь. Да? Да. У Игоря Игоревича класс. И у нее тоже. Все, Игорь Игоревич, я пошла. Как это пошла? Как это пошла? Вы слишком хороши для меня. Я не хочу портить этот прекрасный вечер. До завтра. Игорь Игоревич, супруга на проводе. Соединяю. Да, да, дорогая. Ой, тут благодать. Тишина, покой. Шеф-повар говорит, что вы вчера наловили потрясающих карасей. Тихо. Он вам их приготовил в сметане, а косточки повынимал. Вчера порыбачил, карасей наловил. А так, наслаждался одиночеством. Ну, конечно, обидно. Ну, в кои веки выбрался передохнуть и сразу же уезжать. Ну, конечно. Буду. До скорого. О, да у тебя глаза на мокром месте. Это вам кажется. Не переживай. Я скоро приеду.
Асенька моя. Ну, что мне для тебя сделать, а? Ничего, вы уже сделали. Вот, сразу уезжаете. Ну, хочешь, ну, на Канарские острова. Не хочу ни на какие острова. Ну, может, у твоих родителей проблемы с квартирой? Да как вы не понимаете, что мне от вас никаких услуг, одолжений не надо. Мне вы нужны, только вы и все. Конечно, я для вас так. Ну, помолчи. Мне тоже совсем не хочется с тобой расставаться. Тогда приезжайте завтра, послезавтра. Ну? Не, мой хороший, когда вы приедете, когда? Это от меня не зависит. Неужели вы от кого-то зависите? Ну, все мы от кого-то зависим. Но я приеду. Я скоро приеду, черт побери. Очень скоро. Даете честное слово? А мое слово дороже честного. Сегодня ночью жди. Хорошо. Входи, Алексей! Игорь Игоревич, машина подана. Когда вас теперь ждать, Игорь Игоревич? До свидания, Игорь Игоревич. До свидания. До свидания. До свидания. Неужто переживаешь? Да такие, как ты, для них знаешь кто? Насекомые. А вы, Римма Петровна, вы для них кто? Ну, я все-таки млекопитающая. С приездом, Игорь Игоревич. Извините за внешний вид. Меня не предупредили, только сейчас сообщили с проходной. Ася где? У себя, спит. Веди. Угу. Желаете стучать или войти с сюрпризом? Отпирай. Игорь Игоревич, с приездом. Я же обещал. Извините, Игорь Юрьевич, вы не можете находиться здесь. Я вынужден буду доложить об этом. Идем отсюда. Тем более, что вчера я обнаружила здесь клопа. Извините, Игорь Юрьевич, я вынужден.
Цыпочка моя, в семейной жизни не все зависит от секса, а очень много от желудка и, как бы это поделикатнее, от этого, от прямой кишки. Все снял, как я просила. Снял? Увидишь. Спасибо, я знаю, на тебя можно положиться. Когда вышла машина? 20 минут назад. Почему так поздно? Колесо спустил. Разгильдяи. Ну, что у нас сегодня на завтрак? Опять только приехали, сразу уезжаете. Государственные дела. А я важнее государства. О, конечно, ты важнее. Ну и что тебе привезти из государства? А где соль? Пожалуйста. Многие одолевают меня просьбами, а ты все наоборот. Игорь Игоревич, есть просьба. Какая? Пустяковая. Вот так. Пожалуйста, Игорь Игоревич, мне это очень нужно. И вам. Вы мне очень-очень нравитесь. Даже больше того. Но положение у меня безвыходное. Что это? Кино. Что за кино? Как мы с вами ночь тут провели. Шантаж? Мне очень стыдно, но это так. Кто снимал? Никто. Я сама поставила на автоматику. И копия имеется? А то как же. Умница. Значит, ты полагаешь, что газеты, телевидение поднимут шум? Жена, дети узнают, внуки. Некрасивая история, грязная. Ой, бегемотик. Этим все уже давно в открытую занимаются. Так что грош цена твоему шантажу. Погоди. Давай посмотрим кассету. Вероника Кастро, Луис Альберто Коста, Лора Мария Винченцо, Дон Скуале. В бразильском сериале «Богатые тоже плачут». Богатые тоже плачут. Производство «Жилет Студио» АТС Продюкшн. Промотаем. Опять богатые. Но это я уже видел. Ты что, разыгрываешь меня? Конечно. Игорь, Игорь, неужели вы подумали, что я в самом деле могла? Попугать решила. Я думала, вы и сами догадаетесь, почему я всю эту историю с кассетой затеяла. Вот уедете вы, кто другой приедет со мной расслабиться. Запрещаю. Римма Петровна меня все равно заставит. А ты откажись. Она уволит меня в два счета, так что выход один. Ты любишь меня? А то как же. Вот только вы поразвлекаетесь со мной, бросите меня. Таких, как ты, не бросают. Иду! А я тебя повсюду ищу, а ты вот где. Ась, ты меня извини.
Это про что? Ну, ты меня просила, я не мог заснять тебя с другим. Что ты несешь? Я тебя просила. Ася, я что, придумал, что ли? Я тебя просила, чтобы ты подсматривал или снимал, как я с Игорем Игоревичем. Ася, ну... Ну ты подлец, Жорка. Ну... Молчи. Я тебе дала кассету, чтобы ты записал мне хороший фильм. А ты что? Я тебе этого Жорочка никогда не прощу. Георгий Никитич ты. Вот ты кто. Спасибо тебе, что мы его отшили. Он, конечно, никуда от меня не денется, но уж больно его тянет на новеньких. А премиальные уже получила? За что? Ну как, за Жору, за Игоря Игоревича. А какие за это премиальные? Рима выписала. Телевизор Philips со стереозвуком. В чем дело? Римма Петровна, мне плохо. Доктора ко мне в приемную быстро. Что случилось? Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Ася Артемовна. Здравствуйте, Ася Артемовна. Здравствуйте, Ася Артемовна. Доброе утро. Доброе утро, Ася Артемовна. Ты что себе позволяешь? Летишь в кабинет без разрешения. Совсем обнаглела. Значит так. Им наверху легко решать, кого и куда назначать. А я хочу послушать мнение народа. Зовите коллектив. Я уважаю мнение коллектива и хотела, чтобы все высказались о моем назначении директором. Римма Петровна – личность популярная. Если вы меня не примете, я откажусь от должности и уйду. Вы. Римма Петровна прекрасно руководит домом, держит руку на пульсе. Я за нее. Я целиком за Риммочку Петровну. И никому не позволю ее обижать и увольнять. Римма Петровна – птица особой, высшей.
царской породы. Никакая другая курица ее не заменит. Мне обе не нравятся. Я давно работаю под началом Риммы Петровны. У нее всегда порядок и дисциплина. Ну что ж, я тоже выскажусь. Римма Петровна прекрасный руководитель. Нам бы побольше таких. Вопрос, по-моему, ясен, но все-таки надо проголосовать. Секретарь. Да, Ася Артемовна. Запротоколируйте голосование и проверьте, чтобы все расписались лично. Хорошо, Ася Артемовна. Кто за то, чтобы одобрить решение высшего руководства о моем назначении директором? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Я. Благодарю за доверие. Секретарь. Да, Ася Артемовна. Пишите приказ номер один. Примировать телевизором Philips. Кого, Ася Артемовна? Как кого? Тамару. За преданность и честность. Все свободны. Подпишите, пожалуйста, приказ номер один, Ася Артемовна. Вот здесь. Спасибо. Как вы считаете, с чего мне начать? Все новые начальники начинают с того, что облагораживают вид своего кабинета. Да, мне не нравится его вид. Мне стул не нравится. Поменяем. Стол не нравится. Поменяем. Светильники. Поменяем. Шторы. Тоже поменяем. Что вы все время поменяем, да поменяем. А если мне секретарь не нравится, поменяем? Поменяем. А секретаря поменять, Ася Артемовна, вы не можете, потому что это не вашей компетенции. За вас я проголосовал лишь только потому, что привык подчиняться приказам. Вашу руку. Thank you.
Говорит директор дома Крутилина. Поздравляю вас, коллеги. В 16 часов 05 минут к нам прибудет на кратковременный отдых особо важная персона. Всем сотрудникам, не входящим в список номер 11, находиться в зоне главного корпуса строго воспрещается. Гостиная уют души, слева уют сердца. Наверху тренажерный зал, бассейн, сауна, массаж. Вы свободны. Какие-нибудь указания будут? Кофе. Кофе с молоком или со сливками? Если бы вы знали, Ася Артемовна, как я вам бесконечно благодарна за то, что вы рекомендовали меня на пост директора этого дома. Вы должны знать, что мы не разбрасываемся старыми кадрами, мы их ценим. Преданы вам и телом, и душой. Ну, телом не надо. Устала я от вас. Ася Артемовна, вам кофе с сахаром, со сливками или с ликером? Я подумаю.